Zlata Friedman și-a dorit de mult un câine. Acum un an a găsit hoinărind pe străzile Chișinăului o cățelușă de doar o lună pe care a luat-o acasă. Взяли собаку с улицы, что мы взяли собаку не породистую. Она точно так же нас любит, точно так же встречает, прыгает, радуется, когда мы приходим домой. Потому что никакой разницы в любви, если люди выбирают друга, то никакой разницы нет. Сейчас это наш ребенок. Pentru a-i face pe oameni să adopte cât mai multe animale, un locuitor al capitalei a creat un site care permite adopția animalelor online. Любой человек, который захочет выбрать животное, просто может набрать на фотографию, посмотреть. Здесь можно выбрать собака или кошка, девочка или мальчик и какой возраст у животного. Proprietarii azilurilor salută inițiativa. Намного больше людей увидят их, что они себя представляют. И мы очень надеемся, что благодаря этому сайту у нас начнется, мы будем больше раздавать. În Moldova sunt 9 aziluri care adăpostesc peste 1000 de animale.